שלום לכם רבותיי וגבירותיי, אנחנו ממשיכים את הלימוד שלנו בירמיהו. Здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем разбирать книгу пророка Иеремии. אנחנו עצרנו בפרק 18 פעם שעברה, ואנחנו נמשיך בפרק 18. И мы продолжим разбирать 18 главу этого пророка, на которой мы остановились в прошлый раз. אנחנו נתחיל מפסוק 13 בפרק 18. И мы начнем с 13 стиха этой главы. הנביא שואל שאלה. לכן כה אמר אדוני, שאלו נא בגויים, מי שמע כאלה שערוריית עשתה מאוד בתולת ישראל? היעזוב מצור שדי, שלג לבנון, אם ינטוש מים זרים, קרים נוזלים, כי שכחוני עמי, לשווא יקטרו, וכשלום בדרכיהם, שבולי עולם ללכת נתיבות דרך לא סלולה, נעשו מרצם לשמע שורקת עולם, כל עובר עליה ישם ויגיד בראשו, כרוח קדים אפיצם לפני אויב ערוף ולא פנים, הראם ביום עידם. מפסוק 13 עד פסוק 17. Мы прочитали, будем читать сейчас с 13 до 18 стихи, где пророк Иеремия задает следующий вопрос. «Почему так говорит Господь? Спросите между народами, слыхал ли кто подобное сему? Крайне грустные дела совершила Дева Израиля. Оставляет ли снег ливанский скалу горы? И иссякают ли из других мест текущие холодные воды? А народ мой оставил меня. Они кадят суетным, споткнулись на путях своих, оставили пути древние, чтобы ходить по стезям пути непреложного». Чтобы сделать землю свою ужасом, всегдашним посмеянием, что как каждый, проходящий по ней, изумится и покачает головою своей, так восточным ветром развею их пред лицом врага, спиною, а не лицом, обращу к ним в день бедствия их. Ирмияу эвета димуима эле шель майм. Арбе маот би Ирмияу миштамеш ба тмуна шель майм, машмаут шель майм. И пророк Иеремия, он любит вот эти символы воды, потому что в его книге мы встречаем очень много образов, связанных с темой рек, воды и источников. Квар кодем уэвир эт ото месер бедимуй шель Элоим нотен лану маим хаим, ва анахну олхим лахфор лаацмейну борот рейким. И потому что уже прежде он говорил подобные слова, используя символ воды, говоря, что Господь дает нам живую воду, свежий источник, а мы идем и копаем сами себе колодцы мертвые. Здесь также он говорит, что подобно тому, как есть чистая вода, холодный снег с горы Хермона, с гор Ливанских, который дает нам Господь, чтобы напоить нас, мы оставляем вот эту чистую воду, чистый источник, и идем кадить и служить идолам. Ахорф азе хая лану шелег гадол беэрец Исраэль, ваахермон ахшав у лаван, куло мишелег טרי, קר, ממלא את הירדן, והירדן ממלא את הכינרת. И в этом году у нас в Израиле было очень много снега, и до сих пор гора Хермон полна снега, она вся покрыта белым цветом, и этот тающий чистый снег наполняет и питает воду реки Иордан и, в принципе, дает жизнь всей стране. הדימוי הזה שירמיהו משתמש בו, שאנחנו עזבנו את המים הקרים והטריים והטובים שבאים מהחרמון, והלכנו לחפש לעצמנו אלילות, לעזוב את אדוני, הוא דימוי מאוד מאוד חזק. И вот этот символ, который использует пророк Иеремия, говоря о том, что Господь дает нам чистые, холодные воды с Ливанских гор, и мы оставляем вот этот чистый источник и идем служить иным богам, это очень-очень сильный образ. И он снова возвращается к этой теме с другой стороны, используя иной образ.
ואתם הולכים לחפש לעצמכם שבילים עקומים בשביל ללכת בהם. Он говорит, что Господь дал вам прямую, ровную, гладкую, проложенную дорогу, а вы сходите с нее, идите для того, чтобы искать себе какие-то тропинки кривые и неудобные. הדימוי הזה אני מאוד מאוד אוהב אותו. Я очень люблю вот этот образ дороги. מפני שהשם של השירות שלנו הוא נתיביה. Потому что имя нашего служения, он нетивья. שבעברית המשמעות שלו הדרך של אלוהים. И в переводе с иврита это означает путь Господний. ואנחנו באמת רוצים ללכת בדרך של אלוהים. И мы действительно хотим идти по дороге, которую проложил нам Господь. יש 2000 שנה של היסטוריה מאחורינו. И мы смотрим на 2000 лет истории, которая прошла перед нами. בהתחלה ישוע התהלך פה בארץ ישראל, בגליל וביהודה ובשומרון, לאורך הירדן ודרך הרי השומרון. И в начале пути Иешуа ходил здесь, по этой земле, земле Израиля, по горам Галилеи и Самарии. אלפי אנשים הלכו אחריו. Тысячи людей следовали за ним. ישבו שעות לשמוע אותו מלמד בחוץ בטבע. И они часами сидели и слушали его проповеди на склонах этих гор. לא היה להם כיסאות עם ריפוד. У них не было таких мягких стульев, как у нас сегодня. ולא היה להם air condition. И не было кондиционеров. ואפילו אוכל הם לא לקחו עם עצמם. Иногда они даже шли без того, чтобы собрать себе еду в дорогу. הלכו לשמוע את הבן של הנגר מנצרת. Но они шли, чтобы послушать учение сына плотника из Назарета. והוא דיבר על התורה. И он учил Торе. הוא ציטט מהנביאים. Цитировал пророков. הוא אמר, מי שלא מאמין בי, לא מאמין גם במשה, ומי שמאמין במשה, חייב להאמין גם בי. И он сказал, что кто не верит в меня, тот не верит и в Моисея, но кто верит в Моисея, должен верить и мне. הוא דיבר דברים מאוד ברורים. Иешуа говорил очень четкие вещи. הוא מת על הצלב הרומי. И затем он умер на римском кресте. קם לתחייה אחרי שלושה ימים. Через три дня воскрес. עלה לשמיים אחרי 40 יום. Вознесся на небеса через 40 дней. השליחים שלו המשיכו. Его апостолы продолжили его путь. היה רק גוף אחד של המשיח. И вначале было всего лишь одно тело Мессии. בתוך הגוף הזה היו יהודים ולא יהודים. И в этом теле были евреи и не евреи. היום אנחנו נמצאים במצב אחר לגמרי. И сегодня мы находимся в совершенно иной ситуации. יש אלפי כתות וכנסיות שכל אחת אומרת שיש לה את האמת והשנייה לא בסדר. Есть тысячи различных групп, церквей, деноминаций, каждая считает, что только они все делают правильно. כל אחת מהדינומינציות טוענת ללכת באמת. Каждый из них считает, что они все делают правильно. אבל שבודקים מה עומד מאחורי המילים האלה, רואים שאחד הולך אחרי קלווין, והשני אחרי לותר, והשלישי אחרי מנו, והרביעי אחרי מישהו אחר. То мы видим, что в конце концов у каждой деноминации есть свой учитель. Один идет за Мена, другой за Кальвином, третьим за Лютером, четвертый за кем-то другим. У каждого есть свой учитель, за которым они следуют. Но мы верим, что обетования Мессии, они исполнились. Так же, как и слова пророка Иеремии исполнились. Иеремияу в тексте это говорит, «Они ифазерот хэм бекерев кол агоим». И в этом тексте Иеремия говорит от имени Бога, что я разведу вас по всем народам. Пасук 17. 17 стих, как мы прочли. Тикрайот пам пасук 17. Как восточным ветром развею их пред лицом врага, спиной, а не лицом обращусь к ним в день бедствия. Вахен айудим итпазру ми Камчатка ваад Патагония. И действительно, евреи были рассыпаны по всему миру, от Камчатки до Патагонии.
Евреи оказались в каждой отдаленной точке земного шара. И пророчество Иеремии исполнилось. И это не единственные слова пророка Иеремии, он не единственный пророк, который говорил об изгнании. Но когда мы читаем о пророчествах Господних о том, что Мессия вернется, и тогда он говорит, что у него будет одна невеста, тело Мессии одну, и одна голова. אנחנו חייבים לחשוב איך זה יקרה אם המצב הנוכחי ימשיך. Мы должны начать думать о том, как это произойдет, если вот эта ситуация раскола между верующими, она продолжится. הסיבה שירמיהו אומר שאלוהים יפיץ את ישראל בקרב כל הגויים, זה הדבר שאנחנו צריכים ללמוד מירמיהו מאז, גם בשביל היום. И то, что Иеремия пророчествует о развеянии всех евреев по земному шару, об изгнании, мы можем из этого понять что-то для себя и сегодня. Им анаху наазов эт торат Адонай. И если мы оставим Тору Господню. Им наазов эт двар Адонай. Если мы оставим Слово Господне. Им нилех лиштот маим ахурим, бимгулом лекабел эт аэмет. Если мы пойдем искать какую-то застоявшуюся воду вместо вот этих чистой воды Священного Писания, которую Святой Дух оставил нам, если мы оставим вот эту прямую ровную дорогу, которую проложил нам Господь, и пойдем искать какие-то извилистые тропинки, Elohim shuv pam yavi aleinu isurim ad she'anachnu nilmad leitached ve'lachzor chazara el ha'ma'ayan shel ha'mayim ha'chayim. То Господь снова накажет нас и приведет на нас бедствие до той поры, пока мы не научимся пить из чистого источника живой воды. Мидвар Адонай Ацмо. Из самого Слова Господня. Кен? ולכן הדברים של ירמיהו, אני התחלתי את הלימוד הזה בלהגיד שאנחנו צריכים ללמוד את ירמיהו עכשיו, מפני שהוא מדבר גם אלינו, לצרות שיש לנו בגוף המשיח. Поэтому, когда я начал разбирать книгу пророка Иеремии, мы говорили о том, что его слова очень актуальны и сегодня для тела верующих в мире. מי שיש לנו את אותם שאלות, את אותם בעיות ואותם תשובות יכולות לעזור לנו. Потому что мы сталкиваемся с теми же проблемами, с теми же трудностями и ищем тех же самых ответов, которые могут нам помочь и сегодня. И давайте посмотрим, каковой была реакция религиозных лидеров в его эпоху. Тот же самый глава, 18 глава, 18 стих. Хаманигут арухалит омерет ваймру леху венахшева ирмияу махшавот. כי לא תובן תורה מכהן ועצה מחכם ודבר מנביא, לכו ונקהו בלשון, ואל נקשיבה אל כל דבריו. Они сказали, придите, составим замысел против Иеремии, ибо не исчез же закон у священника и совету мудрого, и слово у пророка, придите, сразим его языком, и не будем внимать словам его. מה הם אומרים? Что они говорят здесь? הם אומרים, זה לא יכול להיות ש... הכהנים והנביאים והחכמים וכל ההיררכיה הרוחנית, הממשלה, השלטון הרוחני שכולם טועים וירמיהו צודק. צריך לתת לו מכות כדי שהוא יבין שאנחנו בסדר. Они, он говорит, что не, они говорят ему, что не может быть, что и священники, и пророки, и вся иерархия духовная, все ошибаются, один Иеремия прав, давайте мы его накажем, чтобы он понял, что такого быть не может, чтобы он ходил, как все, и был послушным. И это происходит и сегодня. Как может быть, что люди, которые получили образование в этом очень известной семинарии, они могли бы ошибаться?
пасторам шел иргуним гдолим. Как могут пасторы больших организаций ошибаться? В Израиле אנחנו אומרים לא יכול להיות שמיליארד ורבע סינים טועים. В Израиле сегодня есть такая поговорка, которая говорит, что не может быть, что миллиард китайцев может ошибаться. Эм кен יכולים לטעות. Но мы знаем, что они могут ошибаться. הרוב רוב הזמן טועה. Потому что на протяжении истории большинство в большем случае ошибается. Ая ткуфа шехашву бамарав על הגדולה והתפארת של המהפכה הצרפתית. И был период, когда в Европе думали о величии и о славе французской революции. Это привело к шевьон. Что эта революция привела к равенству. Это привело к херес של האצולה. Разрушила французскую знать. Ацула. Зазнать. Зазнать? Окей. А за... Айом, что мы стаклим на историю, ахарей יותר מ-100 шана, ахарей המהפכה, роим, что ло акол ая колках хиюви. И сегодня на протяжении многих лет и веков мы видим, что не все было столь идеально в французской революции. ושהתוצאות של המהפכה הצרפתית שהביאה את המהפכה הקומוניסטית לא לגמרי הגשימה את החלומות הברודים של אלה שעשו את המהפכה. И результаты, к которым привела эта революция, включая позднее коммунистическую революцию в России, вовсе не исполнила те мечтания и розовые мечты ее, как бы, инженеров этой революции. Ирмияу амад лебад. Иеремия стоял один. המנהיגות הרוחנית של עם ישראל הייתה נגדו. И все лидеры еврейского народа были против него. רצו להרביץ לו והרביצו לו. Его били и хотели и наказывали. הכניסו אותו לבית סוהר. Его сажали в тюрьму. זרקו אותו לבור. В яму. נידו אותו מהחברה. Он был отвержен от общества. אבל הדברים שהוא אמר מתגשמים. Но слова, которые он произнес, они исполняются. והמעמד של המנהיגות הרוחנית של אז נפל. А лидеры религиозные, лидеры того времени, они исчезли, пропали. וירמיהו עונה להם בפסוק 19. И отвечает им пророк Иеремия в 19 главе. אקשיב אדוני אליי ושמע לכל יריביי, הישולם תחת טובה רעה, כי קרו שוחה לנפשי, זכור עמדי לפניך, לדבר עליהם טובה, להשיב חמתך מהם. Внемли мне, Господи, и услышь голос моих противников. Должно ли воздавать злом за добро, а они роют яму душе моей? Вспомни, что я стою пред лицом твоим, чтобы говорить за них доброе, чтобы отвратить от них гнев твой. И, в принципе, все классические пророки говорят об этом. Хем роим эт ма шеем усим кетова вело кераа. Ибо они видят то, что они делают, как добро, как благое деяние, а не злое. Потому что то, что они делают не для личного какого-то дохода. Но потому что Господь не дает им никакого выбора. Ибо они говорят то, что говорит им Господь. Раз Господь сказал им произнести эти слова, то их они и произносят. Ирмияу умер. Эм махзирим ли раа тахат това. И Иеремия говорит, они воздают мне злом за добро. Кол ма шани осе, зе бишвил лаашив эт хамат Адонай, такаа шел Адонай, лерапе такаа шел Адонай, шело ие лаем раа. Потому что все, что я хочу сделать, это вернуть Господа назад к народу, как бы исцелить, исправить гнев Господен на этот народ, для того, чтобы он не наказал их в конце концов. Они лоруце раа. Я не желаю зла никому.
אבל אם הם לא ישמעו. Но если они не услышат меня. פסוק 21. 21 стих. לכן תן את בניהם לרעב והגרם על ידי חרב והרגם על ידי חרב ותהיינה נשיהם שקולות ואלמנות ואנשיהם יהיו חגורי מוות בחוריהם מוכי חרב במלחמה תשמע זעקה מבתיהם כי תבוא עליהם גדוד פתאום כי קרו שוחה ללחדני ופחים תמנו לרגלי. Итак, передай сыновей их голоду и подвергни их мечу, да будут жены их бездетными и вдовами, и мужья их да будут поражены смертью, и юноши их умерщвлены мечом на войне. Да будет слышен вопль из домов их, когда приведешь на них полки внезапно, ибо они роют яму, чтобы поймать меня, и тайно расставили сети для ног моих. И это очень тяжелые вещи, которые говорит здесь пророк Иеремия. אבל ההיסטוריה של עם ישראל מוכיחה שמה שירמיהו אמר היה אמת. Но история еврейского народа доказывает, что слова Иеремии таки были истинны. התיאור של נפילת ירושלים ונפילת שומרון תיאורים מחרידים ביותר. И описание падения Иерусалима и падения Самарии, они жуткие. ומה שמעניין שירושלים נפלה באותו יום, באותו תאריך, על פי הקלנדר העברי. И интересно то, что согласно еврейскому календарю Иерусалим пал в тот же самый день. אנחנו חוגגים את תשעה באב. Несколько раз, так как мы празднуем 9 или отмечаем, это не праздник, 9 ава. זה תאריך מחריד. И это страшная дата. ב-586 לפני הספירה ירושלים נפלה. Первый раз Иерусалим пал в 586 году до нашей эры. בתשעה באב. 9 ава, это в середине лета по еврейскому. ב-70 לספירה. В 70 году нашей эры. הרומאים החריבו את ירושלים שוב, שרפו את העיר שוב, הרגו את האנשים שוב. בתשעה באב. Римляне снова разрушили город Иерусалим, сожгли его огнем, разрушили храм и уничтожили большинство его жителей опять-таки в 9 ава. ויש לנו, רבותיי וגבירותיי, и у нас, друзья мои, 16 трагедиות בהיסטוריה היהודית שקורים דווקא בתשעה באב. Есть 16 трагедий, которые произошли в еврейской истории в этот день, 9 ава. אני מדבר על טרגדיות לאומיות, לא פרטיות של משפחה אחת, אלא לכל העם. Трагедиях какой-то отдельной семьи, но о том, что стряслось с нашим народом в глобальном смысле. כולל התאריך של גירוש ספרד ב-1492. Включая изгнание из Испании в 1492 году. תשעה באב. Опять-таки 9 ава. אלוהים מנסה להגיד לנו על ההיסטוריה, על ידי ההיסטוריה, שמה שאני אומר זה אמת. И Господь пытается сказать нам посредством нашей истории, что Его слова, они истина. אם אתם תשמעו בדבריי, если вы услышите мои слова, תאמינו בהם, и поверите в них, תעשו אותם, и будете исполнять их, תדעו אותי, будете знать меня, יהיה לכם ברכות, то у вас будут благословения. כל הטוב שהבטחתי יתגשם. И все то, что я обещал вам, исполнится. אבל אם אתם תמשיכו. Но если вы продолжите. במרד שלכם. В своем непослушании мне и будете. בחוסר האמונה שלכם. И недостатки веры. אם אתם תמשיכו לחצוב לכם בורות שאתם לבד עושים, במקום לשתות מהמים של המעיין החי שאני если נותן לכם. Если вы продолжите пить вот эту грязную воду из ям, которую вы сами копаете, вместо чистой воды, которую я посылаю вам, אז לא יהיה לכם טוב. То вам не будет хорошо. ועם ישראל, и народ Израиля, הוא הדוגמה הגדולה ביותר של זה. Он является самым ярким этому примером. יש סיפור, אני לא בטוח שהוא אמת, אבל זה סיפור ששמעתי אותו יותר מפעם אחת וקראתי עליו יותר מפעם אחת. Есть история, которую я не уверена, что она истинная, но я слышал ее много раз и читал ее несколько раз. וזה שהצאר הרוסי, это что русский царь, הזמין את רספוטין, вызвал к себе Распутина, ואמר לו, תשמע, אני רוצה הוכחה
שמה שכתוב בדבר אדוני זה אמת. И спросил его, как можно доказать, что то, что написано в Слове Божьем, является истиной. Он хотел доказательства. אבל אני לא רוצה לקרוא הרבה ספרים, לעבור הרבה זמן. אני רוצה משהו חד וחלק וברור. Царь сказал, я не хочу читать много книг и слишком много информации, я хочу что-то конкретное, простое и четкое. Распутин сказал, я приду завтра, я объявлю вам. И Распутин обещал прийти на следующий день с ответом. Хозер. И он возвращается. ואומר לצר, יש לי במילה אחד תשובה. И он говорит, отвечает царю, у меня есть ответ в одном слове для тебя, государь. Израиль. Израиль. Он доказательство. האיסטוריה של ישראל היא ההוכחה שמה שדיברו הנביאים. И история Израиля является доказательством тому, что слова пророков אמת. Являются истинными. מה שהם הבטיחו קורה. Ибо то, чего они пророчествовали, чего обещали, произошло. גם הרעיון שתהיה ברית חדשה. Также и идея о том, что наступит Новый Завет. Это не изобретение Иешуа или пророков, его апостолов. Но это обетование, которое дает Господь пророку Иеремии. И через два урока мы дойдем до этого. נגיע לפרק 31 של ירמיה. До 31 главы пророка Иеремии. ולכן אני רוצה להודד אתכם, רבותיי, להישאר עם התוכנית הזאת. И поэтому я хочу воодушевить вас продолжать слушать наши уроки. לעקוב אחרי השיעורים שלנו. И не забывать про нас. ולהמשיך להסתכל ולקרוא את הנביא ירמיהו, כדי שתהיו מוכנים לשיעורים הבאים. И продолжать изучать и читать книгу Иеремии, чтобы вы были готовы к дальнейшему нашему разбору. Всего вам доброго. Изучайте Писание. И там вы познаете Бога. Через ваше изучение Писаний, ваша вера укрепится, усилится, и она станет знанием Божьим, если вы будете следовать Его воле. Лайла тов лахем, кол тув. До свидания.